Добрый день, дорогие друзья. Один из важнейших вопросов российской политики, во всяком случае на среднесрочную перспективу, это проблема 2024 года. Многие другие проблемы, они так или иначе вытекают из этой. Ведь в 2024 году истекает очередной, уже четвертый срок Владимира Путина. Дальше ему идти на президентские выборы опять запрещает Конституция. Путин уже сталкивался с этой проблемой в 2008 году, и тогда выход был найден на назначение президентом Дмитрия Медведева. Это было абсолютно чистое мошенничество, так как формальные выборы лишь закрепили решение Путина, а Медведев обязался вернуть пост хозяину. Кого волнует на самом деле закон? Повторить кульбит в 2024 году уже не получится. Одно дело передать свой пост кому-то, когда это всего лишь на 4 года, и когда тебе самому 55, и твой рейтинг за 60%, и совсем другое – поделиться своим насиженным стульчиком в 71 год, когда твой рейтинг в районе 40%, и возвращать местечко-то предполагается 78-летнему пенсионеру. 6 лет не 4. Тут уж всякое может случиться. Так, глядишь, тебя соратники и спишут вообще. Тем более, что работа преемника и в прошлый раз Путина не впечатлила. Он же никому не доверяет. Все сам, только сам. Поэтому и случилась абсолютно постыдная обратная рокировка в 2011 году на рыбалке в Астрахани. Мы все это помним. Сегодня Дмитрий Медведев и Владимир Путин провели совместный день отдыха в Астраханской области. Они совершили прогулку по берегу Волги и ловили рыбу на спиннинг. До недавнего времени в Кремле рассматривали три варианта решения проблемы 2024 года. И сразу скажу, что идея такая дурацкая, просто оставить власть наконец, по окончании конституционных полномочий, там не рассматривают даже в шутку. Не для этого эта банда 20 лет прибирала к рукам всю страну, чтобы потом встать и уйти из такой мелочи, как конституционное ограничение сроков. Так вот, первый вариант, как остаться у власти, это объединение с Белоруссией. Сами понимаете, появляется новая страна с новой конституцией, сроки пребывания на посту президента обнуляются, и можно править хоть до посинения, или пока, как говорится, смерть не разлучит нас, поскорее бы. Так вот, конечно, такое объединение – это некие вопросы для российской экономики. Но, во-первых, цена вопроса всего 20 миллиардов долларов в год. Подумаешь, еще чуть-чуть дороги в Воронеже не поремонтируем. И по меркам страны это не очень много. Во-вторых, Путину вообще наплевать на вопросы экономики. Главное препятствие на этом пути – это нежелание Лукашенко терять всю полноту власти. И пацанам можно понять. Грохнут ведь. Но эту конфетку положили в дерьмо. И, судя по всему, батька отбился от братских объятий Путина, во всяком случае, на какое-то время. Второй вариант, как Путин может остаться у власти после 2024 года, это передача полномочий от президента к премьеру. Президент остается формальным главой государства с церемониальными полномочиями, а реальная власть, или значительная часть власти, переходит к премьеру. Председателя правительства при этом назначает парламент. И, по мнению агентства Bloomberg, работа в этом направлении уже идет. План предусматривает уменьшение доли депутатов, избираемых по партийным спискам. Это и понятно, рейтинг «Единой России» постоянно падает, поэтому по партийным спискам выиграть выборы в 2021 году будет тяжеловато. Избравшиеся по одномандатным округам единороссы должны будут составить фракцию и обеспечить выдвижение Путина в премьеры. Тот факт, что этот план реально рассматривается, а не просто выдуман Блумбергом, подтверждается в том числе активностью спикера Думы Вячеслава Володина. Вячеслав Володин предлагает внести некоторые точечные изменения Конституции. Речь не идет о каких-то изменениях каких-то базовых основ. Они, по словам Володина, незыблемы. Но в частности, спикер Думы предлагает расширить полномочия Государственной Думы по формированию кабинета министров. Конечно, передача полномочий от президента к премьеру потребует каких-то изменений в Конституцию. Но сейчас у Единой России конституционное большинство, и сделать это, в общем, будет нетрудно. Зато после таких изменений Путин снимает для себя проблему ограничений по срокам. Ведь председателем правительства он себе может записать, что он может быть сколько угодно. Конечно, никаких ограничений для себя он здесь вписывать не станет. Но есть проблема.
Если депутаты смогут назначать Путина премьером, то они могут его, в принципе, и снять. Поэтому есть третий план. Он заключается в том, чтобы просто остаться президентом и после 2024 года. А как же, скажете вы, Конституция же запрещает? Ну, запрещает. Путин неоднократно говорил о своем нежелании менять Конституцию под себя в плане количества сроков. Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Но это в мирное время. А вдруг война? Или какая-то другая чрезвычайщина? Тогда, конечно, другое дело. Не бросать же страну в тяжелый час. Придется остаться, даже если надо будет сменять Конституцию и снимать ограничения по срокам. Вам кажется такое развитие событий невероятным? А почему? Во время всех последних выступлений Путин оживляется только тогда, когда говорит о вооружении. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траектории полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Ему явно нравится говорить об этом. И это не наигранная радость, она настоящая. Путин давно живет в своем иллюзорном мире. Это я, к слову, много раз говорил. Это прямое следствие несменяемости. И в этом иллюзорном мире война, похоже, абсолютно допустимое решение многих проблем. Тем более такой важной проблемы, как сохранение личной власти. Тот факт, что Путин не собирается уходить в 2024 году, он уже очевиден. И переедет ли он в дом правительства или в секретный бункер Генштаба, вот это только еще не решено. И Путин любит принимать решения в последний момент. Но это то, что он готовит нам. А что мы можем предложить в ответ? Кроме того, чтобы искать место в бункерах, где у него-то место есть, а нам-то не хватит. Так вот, как показывает практика, подобные режимы сменяются из-за, вы не поверите, выборов. Конечно, такая власть редко сменяется на выборах. Ну, когда народ проголосовал, выиграл кто-то другой, и предыдущие взяли, встали и ушли. Такого не будет. Но вот в результате выборов, когда люди понимают, что они хотят другого, а этот хочет остаться, вот в результате выборов меняется такая власть часто. Поэтому участие в выборах всех уровней – это важнейшая задача для оппозиции. И результат важен, но не критичен. Вас могут не зарегистрировать, как коллег в Москве. Но тогда в активе остается бесценный опыт кампании по сбору подписей, в ходе которого вы уже сагитировали больше 3% избирателей своего округа. Эти люди уже понимают, что они вас бы хотели избрать. А если вы этих голосов не получаете, потому что вам, например, отказывают в регистрации, то это значит, что эти 3%, активные 3% жителей вашего района ощущают себя обманутыми. И это ощущение обманутости власти стоит дорогого. Вы можете добиться регистрации, как добился этого наш проект «Объединенные демократы» для 409 кандидатов в муниципальные депутаты Санкт-Петербурга. И тогда опыту сбора подписей и подготовки документов на регистрацию у вас прибавится опыт самой кампании. А наличие имеющих опыт демократических политиков – это важнейшее условие для смены этой власти. Рано или поздно Путин уйдет. Уйдет не только из Кремля в Белый дом или из Кремля в ставку главнокомандующего. Уйдет с политической арены вовсе. Вследствие выборов или по естественным причинам. Если в стране к этому моменту будет несколько тысяч имеющих богатый опыт независимых политиков, то с Путиным уйдет и его система власти целиком. А вот если мы не сможем обеспечить достаточного количества опытных и умеющих коммуницировать с обществом людей, то велика вероятность, что Путин просто сменит фамилию. Дорогие друзья, отстаивайте участие в выборах независимых кандидатов. Это наш общий интерес. Голосуйте за любого, кто идет не от партии власти, не от властных различных структур. Участвуйте в акциях гражданского протеста. Дорогие кандидаты, бейтесь за интересы тех, кто вам поверил. А если шулера не дадут вам бумажки, продолжайте работу как избранники народа. Вам же народ доверил уже. За вас отдали подписи много людей.
Альтернативные органы власти – это не только опыт и защита интересов граждан, это залог успешной смены режима, когда этот режим посыплется. Может быть, конечно, это случится не так скоро, но вероятнее всего в течение ближайших 5-10 лет. И тогда ваша личная ставка окажется выигрышной. А мы вам поможем. Всего хорошего. До новых встреч.